це я. За дівчинка сумками, це я. Слава Україні! Героям слава!
дорогі одесити, дорогі гості Одеси, я по мамій лінії я русская. Но родилась я в Тирасполе. Мои корни остались в Подмосковье, в городе Дмитрове. Родилась я в Тирасполе. Я знаю, что такое война. Но 42 года я проживаю на Украине. У меня родился здесь сын. У меня родилась здесь Милечка. Я готова за Украину, за тех борцов с свободой, за всю Украину. Украина едина! Украина едина! Я стихи посвящались 20 числа Небесной сотне. Дайте ребенку, да, 4 строчки. 4 строчки ребенку. Девочка, представься, пожалуйста. Здравствуйте, я Сергеева София. Я сочинила на эту тему свой стих. Киев, Путильська лавра, а на Майдані Бог не ще гулять. Це не війна, бажаю я, це правосуддя.